Оттуда топает. Старая знакомая. Да. Наверное, досталось ей за эти 3 года. Сколько смертей, сколько крови. А старшина пленных немцев пожалел. Да. Молодец. Вот в этом наша сила. Но это мы теперь сильнее. А тогда, в 41-м, вспомните-ка. Знаешь, что я тебе скажу, Ильин? В 41-м, по всем законам военной науки, мы войну эту должны были проиграть. А выходит наоборот. Дошел немец до Волги, а дальше что? Назад покатился. Выходит, там на небесах кто-то взвесил и решил, что наше дело правое. Никак в Бога верите, Сергей Сергеевич. Верю. Со Сталинграда и верю. Хм.